Привет, друзья! Продолжу я расстраивать железную дорогу. Точнее, отстраивать, я не знаю, застраивать. Поезда уже, как вы можете видеть, ходят длиннющие. Прокачал-таки я железную дорогу. Смотрите, как, насколько длинные поезда ходят. Это поезд у меня уже три вида товара таскает. Давайте включим. Вот, получается, доски возит, бревна и балки. Кстати, смотрится все просто великолепно, мне это очень нравится на самом деле. Появилось новое производство у меня в городе Томат. Это вот это вот, как его называют там, гравий. И сейчас туда должны машинки возить, вот она уже едет. Пока немного машинок, я думаю туда поезд сейчас подогнать и поездом. Производство гравия я, естественно, изобрел. Новое производство, точнее, открыл в этом, как его, в лаборатории. Плюс построил лабораторию прямо тут. И сейчас за гравий, тут есть какое-то исследование. Производство. Ну тут, по-моему, за гравий еще что-то было. Я не помню. Да, вот, производство бетона. Поэтому можно сразу просто по КД делать, цените. Она будет делаться, пока гравий весь не расходуется. Так что нормально. Тут тоже около камня построил ЖД пути. Потому что я посмотрел, сюда еще будут что-то возить. Вот. Сюда тоже вот он город есть. Я думаю, ну вот тут вот, если что, он будет проезжать мимо. И сразу в города довозить, что надо. Ну и плюс мне нужно будет через него гравий таскать. Это уже два ресурса. То есть гравий и камень таскать. Плюс песок. Не знаю, правда, как песок. Так, напрямую пойду сюда таскать, либо как. Ну и сюда по-любому уголь нужно таскать. Я не тоже пока еще не решил, как. Не определился. Но уголь будет вот отсюда доставляться. По-любому с этого вокзала. Вот я думаю, вот так вот напрямки сюда. Но тут тоже нужно построить. В общем, много чего нужно построить. Модернизировать. А металл тоже, руду металлическую. Тоже желательно бы довозить много. Вот, даже не знаю, с чего начать. А, поезд, плюс купил новый поезд, точнее поезд старый, вагоны новые, по 23 руды помещается. Вот, так что все норм. Так, машина не может доехать, тебе может. Так, главное, чтобы гравий не просрался. Ну не должен. Дороги пришлось поломать немножко, потому что они мешались в городе света. Так, для начала нужно не убрать вот это вот производство все. Вот, я кстати вот не могу определиться, где делать производство железное, вот это вот, что это такое. Железного слитка. То ли вот тут вот где-то сделать, прям чтобы отсюда вывозили его. То ли вот тут. Ну тут будет экономически выгоднее. Где-нибудь вот тут наверху. Но нужно вот открывать вот эту вот территорию. Потому что тут как раз слиток нужен будет. И тут слиток. Вообще его идеально где-нибудь по центру бомбануть. Просто тут железная руда тоже будет. В этом прикол. Может реально вот, ну тут нужны пути будут делаться. В общем, я в раздумьях пока, в растерянности, где что сделать. Это надо так сильно подумать. А может тут сделать просто, да и все. Сюда что, ну уголь таскать. Все равно уголь будет приходить сюда. Проблема в том, что территория мешается. Если вот так, например, бомбануть. Бомбалейла 20 000 с туннелями. А, туннель не делается по-прямому. Так, нам все равно сюда нужно будет. А, нет.
как-то вот так, наверное. Так, скорость, кстати, можно поддать жару. Так, а тут подождите, тут надо определиться. Спрос растет. Так, тут надо определиться, где же дистанцию ставить. Справа-слева. Ну вот тут ресурсы. Я полагаю, вот это вот все снести. А, кстати, я новую версию скачал, точнее обновил, до 0.72. И, соответственно, теперь подтверждается при удалении здания. А то прям сразу удалялись. И один раз снес производство даже. Ну, я не хотел. Так, сразу большую ставлю. Предприятие на грани банкротства. Это такой песок. Предприятие банкротства. Сейчас сюда мы поставим ЖД-станцию. Так, максималка. Ну, влезает. Вот так вот даже влезает. Так, для этого нужно поравнять. Так, равнять как по минимуму. По максимуму. Ну, вот, по-моему, этот уровень есть. По нему и равнять-то. Нифига себе, тут у вас цены на поравняшке. Так, ну все, эти тебе бабки нужны. Виколь, не видать. Баблосики нужны. Поезд. За кирпичами поехал. Спрос растет, дерево. А песок еще возят меня куда-нибудь туда? Даже интересно. Вижу, эти возят. Деревяшки. Песок, по-моему, не возит вообще никто. Я думаю, может купить машинок тогда парочку хотя бы. Все равно они лишними не будут. Годятся. Давайте только гараж. Давайте песок. Не, ну я ставил, по-моему. А, не, возит. Очень мало. Вообще его довозят сюда, он достает. А, его не довозят, вот в чем косяк. Так, ладно. Так, вернись. Вот почему. Вот почему так произошло-то. Так, грузовая станция. Я думаю, почему банкротство? С чего бы вдруг? Да ладно, давай тут. Отлично. Пошел. Во. А я такой расслабился, поставил. Я, по-моему, две машинки с песком поставил. Вот, расслабился, думаю, он не возит, они не довозят ни хрена. Кстати, заметьте, изобретения уже почти изобрелись. Цените, как оно быстро. Тин, 32, только успевает изобретаться. Оп, сожрала такая. Из-за этого, кстати, я просаживаюсь по деньгам. До хрена на исследование уходит. Ну ладно, не страшно. Но так-то я денег не заработаю быстро. Опа, готово. Производство бетона. Отлично. О, пошло в плюс. Так, обработка. Давайте посмотрим, что еще можно за песок, пока он тут стоит, это самое. То есть не за песок, а за этот. Так, ну песок тут нужен. Тут что, слитки? Нужны. Тоже слитки, обработка стали, слитки.
Ни хрена себе, тут вообще две. Бензиновый двигатель. Дизельный двигатель. Так, ну пока станция пускай стоит, не знаю. Не сильно она будет меня по деньгам напрягать. Что стоит, кстати, лаборатории все дороже и дороже. 10 миллионов уже стоит. Где поставить? Да ладно, тут поставлю. Да я тут поставлю. Так, давайте. Но новые машинки изобрету. Что не помешает новые? Новая, хорошо забытая старая. Так, ну и мне нужно 30 миллионов или сколько там? Давайте посмотрим. Так, это максималка. Максималка 34 миллиона. 44. Ничего себе, еще можно больше стать делать. Не, подожди, если вон там максималка была. А, не. Просто она дороже стала стоить. Мне такая большая не нужна все равно. Тем более тут. Вот такая, 34 миллиона нужно. Чтобы забомбить. А чтобы забомбить. Как-нибудь вот так вот. Поставить. Давай, давай, давай. А там исследования пожирают деньги опять. Так-то не поставишь нифига. Прирост-то небольшой. Траты 7 миллионов уходят. Обслуживание ТС, содержание зданий. Строительство. Ну, кстати, уже скоро почти тоже и забытется. Вот так вот со станции ставишь и за секунды запытаешь не доставлять ничего. Ну, вообще нормальная тема. Сразу хренак набилась. По 16. Она все выжирает. Со склада. Машинка какая-то шальная едет. А куда она едет, интересно? Разгрузка. Сюда. Кстати, ее можно тогда убрать. Не нужна она. На песок поставить ее. Потому что разгрузка у меня, кстати, хитрая. Заметьте. Тут вот этот поезд приезжает. И тут же разгружается, потом уезжает. Сейчас покажу даже. Ой, забылось. Машинки новые изобрелись. Сейчас давайте покажу. Он сюда возит руду. На полтора миллиона. Тут, кстати, руда уже нормально так. 4 вагона делают свое дело. Это считайте как 5 вагончиков каких-то таких маленьких. Даже как их 5, а один. Это один вагон, это 4 почти. Ну почти 5 вагонов в одном. Если учесть по 5 их собственно. Вот смотрите, набирает и сразу сбрасывает. Хренак. Загружает вот это вот. И дальше поехал опять. Такая вот фишка. Так, ну что исследовать-то можно? Дизельный двигатель. Тут уже слитки нужны. Слитки, кстати... А, ну вот. И уперлись в это. Так, ну ладно, я машинки изобрел. Изобрел. Давайте купим машинку. Для начала поменяю этой на песок. Так, удалить. Удалить. Загрузочка. Разгрузочка. Где? Так, ну и вот я хочу купить машинку новую. И забыли же новые машинки. О-о-о! Вася! Да, действительно, новые машины. Так, это лес. Лесхоз, да? Ну тут это, да? Сколько ты возишь? Помещается 2 тонны мощность, скорость. А это просто побыстрее, что ли? А 7 не помещается. Ну слушай, неплохо. Давай еще песочка на дальняк вот такие пускать
с песком. Так, ну все, 70 миллионов. Неплохо. Вот тебе можно построить ЖД-станцию. Так, где как я хотел строить? Вот так. И вот так же. Отлично. Так, вот это железную руду сюда таскать. А, уголь сюда, да? Так, вы, пацаны, что тут понастроили, понимаешь, дома? Положить добытей. Кто разрешал? Я не разрешал такого. Так, для начала тут пора равнятушки. Ну и тут уже, кстати, пора равнять. Ну и тут нужно. По красоте. Так, сюда уголь. С этой, с первой. Так, надо повернуть. Так, тут мостик можно будет сделать. Дальше тут туннель. Только надо, чтобы он ровный был. Давайте пока так. Туннель. 19 миллионов туннельчик обойдется. Не страшно. Зато будет вообще нормально. Так. Так, как тут пути, надо поравнять сразу. Выровнять. Только не так выровнял. Пам-пам-пам. Да, и тут как назло. Какое-то озеро. А, его можно вот так вот выкопать и теперь выровнять. Все, и нет озера. Такс, вот так вот. Так, а эту можно, кстати, бомбануть. Пока не нужно. Вот так вот. Такс, отлично. Ну, это у нас с рудой поезд. Тут загружается. И сейчас кое-что сделаем. Еще подожду немножко. А, в принципе, с углем он может... А, не, с углем он тут будет загружаться. Ладно. Чё ты мигаешь? Да я знаю, что изобрело все. Не мигай. Так. Теперь сносим вот эту. Да-да-да, снести. Я-то думал, тут одна. Ну, походу, будет не одна. Ой, как раз влезает все. Ха-ха. Нормально. Так, а где поезд? С рудой-то, который уехал. Ну ладно, он покажет, что не может вернуться. Ага, во. Оп. Изменить предназначение. Изменить предназначение. Изменить предназначение. Все. Так, только теперь вот эту вот штуку мне нужно вот с этого пути ее пускать. Ну или не с этого даже. Блин, не хватат. Сразу заверну. Так. Так. Нормально.
Так, ставим семафорчики, чтобы никто ничего никому не мешал. Во. Так, теперь сюда нужно подогнать руду. Ой, руду, уголь. Так, сейчас это организуем, организуем. Хотя он мог бы сюда доезжать-то с углем. Может тут поставить-то? Все-таки с углем сюда заехал такой, чух, проехал. Ну или просто подвозить тогда уж конвейером. Давайте он попробует конвейером пока. Только нужно как-то будет сюда. Так, значит, что тут делаем? Склад. Склад с углем будет. Уголь. Такс. Ой, не то. Конвейер. Не будет он кричать, что слишком длинный. Ну и что не едет-то? Эй, уголь. Странная хрень. А, ну может пока где-то не знает, что сюда надо уголь тащить. Ладно. Сошлемся на это. Так, вот тут надо. А, ну в принципе тут без разницы. Конвейер слишком длинный. Ах ты собака. Чтоб ты обосралась. Спрос растет. И что-то про промежуточную станцию где-то ставить. Отщипнул. Чуть-чуть не хватило, кстати. Ну, может реально вот здесь вот. Во, нормально. А, так они все равно не хватит. А, я понял, почему она пишет, что конвейер слишком длинный. Потому что тут еще вот эти вот тоже все состыковано-то. Ну ладно, чего, поставлю тогда эти коннекторы. Склад один промежуточный. Чуть не ставить. Ага. Давай так. Не просто тут же до пути, чтобы они не мешались. А хотя он не будет мешаться, если там. Или будет, будет. Тогда поравняем. Пошла по прямой. Отлично, отлично, отлично. Я доволен. Так, теперь нужно сюда уголь доставлять. Сейчас буду. А, и дерево. А дерево откуда будет доставляться? Дерево у нас отсюда. А, ну, кстати, можно дерево тоже будет пустить по этой фигне. Сначала поезд с углем. Это вот гадалки не ходи. Или песок сюда еще нужно будет. Да, и кстати, вот тут вот нужно будет сделать следующее. Нормально. Так, ну мне нужен поезд. Где депо было?
где-то тут строил, вот оно депо. Сейчас мы тут вот так вот. Да, чтобы построить поезд, значит, есть меня. Я лучше депо построю отдельно. А сколько оно стоит, кстати? 3 миллиона. Блин, вот подстава. Ладно. Зачем-нибудь построить так, чтобы депо можно было выпускать поезда. Ну ладно, пока так. Поезда. Куча вагонов, кстати, открылась теперь новых. Так что я еще теперь живу по красоте. Так, уголь. 16 тонн. 19 тонн. 19... О, в этом слушайте. Плюс 5. Сколько в этом там помещается? 15. А, цените. А, в этот? В этот 23. А вот этот сколько? 8. Нафига мне 8, когда я лучше могу. 23 сразу угля. Затарится. 31 миллион стоит, прикиньте. Бля, не дешевых этот поезд. Загрузка. Разгрузка. Поехал. Кстати, тут получается нужно еще одну поставить. О, поехал ценить. Все высосал. Поэтому я принимаю решение сделать еще один склад. С углем. Так, тут нужно будет немножко пока покоцать. Так, мне нужно просто, чтобы тут... Инак. Ой. Инак, блин, вообще жесткая фигня. А, выгружает. Вот так вот. Два склада, чтобы набивались, пока поезд ездит. О, а зато плюс сколько? 55 миллионов. Еще один поезд дал. Жару. 1 600 000. Блин, с одной ходки сразу все забил. Неплохо так построил. Так, теперь следующее, что нужно. Еще дерево сюда довозить. Вот оно, деревянный поезд есть. Он тут ездит. Ну, это такое. Мне нужно отсюда как-то протянуть. Тут что у нас, бруски, это надо сейчас подготавливаться. А тут что тоже брусок. О-хо-хо-хо, я тут-то еще все не сделал. Можно скорость замедлить. Так, значит что, песок сюда. Самого песок в пустыню таскают где-то, возле пустыни. Не, чтобы тут был песок. Тут, кстати, камень есть. Медь, можно уже медь открывать, например, вот тут вот. Кстати, уголь можно будет сюда еще таскать. Но с медью это сейчас откроешь и пойдет. Пойдет матча по трубам. Итак, я принял решение, куда можно это сам, где построить завод по производству вот этих вот. Вот здесь можно построить, а тут есть что поездом подвозить. Ну, либо так довозить. Или вот все-таки вот здесь. Да, можно и вот здесь, кстати. Тут уже, кстати, идет. Вот равнять дороговато выйдет. Очень дорого. Колоссально дорого. Ну ладно. Зато будет нормальное производство.
И да, кстати, тут раз такая пьянка. Еще он коряво идет. Так, не понял, почему он длинный конвертер. Ну да, фиг с ним. Так, плавильную печь сейчас я тут буду делать. Сейчас только нужно разобраться, как его получится сделать. Так, значит, плавильная печь. Итак. Мне нужно, чтобы они сюда и сюда это самое все плавилось и доставлялось. Тут организую загрузочку. Вот может даже она на первый путь приходит, на... со второго пути. Вот мне интересно, кстати, вот сейчас он загрузится. Тут уже он спрос удовлетворит немножко. Давайте посмотрим. 61 доставлено за 30 дней. Так, наполняет свои вагончики. Прикольно так наполняет. Итак, сейчас он должен сбросить, по идее. Да, 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 сбрасывает. Может, знаете, что сделать? Еще у этого пацана. Еще загрузка. Разгрузка. Загрузка. Разгрузка. Высосать все. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Нормально. Так. То, что надо. А-ха-ха-ха. Так, ну вот это вот все надо сносить-то. Еще понастроилось. Тут склады нужны. А склады тут очень дорого обойдутся. Строить. Ну горку-то снастите. Это охренеешь. Так, ну я хотел-то другое. Так, нет, лаборатория. Плавильная печь. Итак, значит, у нас будет приходить уголь. Уголь и железо. Уголь и железо. И выходить вот сюда, этот самый. Примерно понятно. Ой, я могу еще сплавить. А, потом дальше из этого вот этот цветок плавить. Ох, прикольно так как сделали. То есть тут угля нужно будет вообще немерено. Из железа. Боюсь, один конвейер, наверное, не вытянет все это дело. Ну, буду подвозить еще что. Поездами. Итак, значит, что мы делаем? Мы
начала сюда. Сюда. Ну вот, теперь нужно уголь подвести. Уголь у нас есть. Так, ну и тут оно будет все это выходить, естественно. И вот тут сейчас надо будет сделать этот самый. Склад. Хотя тут можно склад еще сделать такого. Давайте-ка сделаем склад один для руды. И склад для этого сейчас сделаем. Для этой хрени. Так, поравнять. Отлично. Так, а тут, тут на эту не идет. Сюда еще. Ой, сейчас сюда уголь еще доведу. Так, а вот это все можно снести, кстати. Ой. Что-то мне не нужно, например, сейчас больше. Склад тоже не нужен. Вот так вот мы должны идти. Тут, кстати, тоже вот это поравнять. Ой. Так. Во. Выруливает. Вот, два склада сейчас будет заполняться. Сейчас он один поезд только высосет, все. Но зато тут позеленело. Ну, в принципе, раз тут позеленело, у поезда можно, кстати, один рейс удалить. Два вполне хватит. Так, а ты что делаешь? Загрузка, а где разгрузка? А, ты просто катайся. Давай-ка ты это. Просто не катайся, сюда иди. Чё, а, думаю, что так медленно собирает? Она же это, поезд всасывает. Нормально. Нормально, нормально. Но все равно нужно будет поездом сюда подвозить. Например, на вторую рельсу. Так, ну ладно, если это не нужно. Так, тут я не знаю, кто-нибудь заправляется вообще этой фигней. Без понятия. Найдется рано или поздно машинка. Даже подземный конвейер куда шел. А, сюда, ё-моё. Михалыч. Ну ладно, у меня все равно там будет производство. Так, ну это тоже надо все сломать. Так, добывающие эти стоят, вроде нормально. Угольная шахта, еще можно одну поставить. По красоте! Вася. Только тут, во-первых, ЖД пути мешаются. А во-вторых, неровно. А отсюда вывод надо поравнять. Вот так вот. Давайте шахту. Медная, каменоломная, железная, песчаная, угольная. Во. Так вот. Кстати, я могу уголь еще поставить тут. Да, слушайте.
Ну-ка, не тут вот. Тут могу поставить. Потому что сейчас уголь нужен будет везде. Сейчас тут мега поставки угля будут. И все. Так. Отлично. Конвейер. А, склад. Можно склад поставить тут. Кстати, да. Вот прям вот тут вот. Запиндюрить его. Уголь. Он должен за секунду набраться. Два склада с углем. Что-то как-то не быстро набирается, на самом деле. Ну ладно. Так, вот этот корявый конвейер мне не очень радует. Отлично. Так, следующее, что нужно сделать, это самое... подвести сюда уголь. А, и выгрузку для начала сделать. Давайте я выгрузку заботиться. А, только оно все это идет. Теперь нужно вести уголь сюда. Коннектор. Первый коннектор пошел. Коннектор с углем. Уголь можно сюда вот так вот вести. Мне, кстати, вот нравятся больше эти. По подземной конвейеры. Так, все, погодите. Так, уголь мне нужно сюда, да, подвести. Отлично. Так, вот сюда уголь пойдет. И вот сюда. Так, тебе все на это надо вырулить в правильное русло. Вот как-то так. Так, а чтобы он не один работал. Так, нет, нет, нет. Точно прям пробивал. О, слитки пошли. Но доложусь, я вам слабенько идут. А, это просто угля еще не хватает. А, и вот тут вот. Вот это повернуть надо. Все норм. Почему тут не плавит? А, сюда это не поступает. О. Все. И что можно будет усилить, естественно. Вот. И будет нормально. Он поезд с рудой. Оцените, сколько у него тут самое, по 8 вагончики. Какой длиннющий. Ну, сейчас мы это, кстати, исправим. Надо будет уже другой поезд покупать. Так, а вот этот поезд должен будет руду у меня забирать вот здесь. А, блин, знаете, в чем минус еще? А, минус в том, что тут уже где-то пути. Нужно будет это все как-то смахнуть.
же до путями-то тут не все так гладко. Это сносим. Так, ну вот это угольная фигня. Сейчас, если я снесу, будет очень печально, кстати. Так, а мне куда нужно будет доставлять? Давайте посмотрим. Итак. Как минимум, мне нужно доставлять сюда. Раз. Точка сбыта. Тут нету. Тут нету. А, мне пока только одна точка. По большому-то счету. Или еще где-то есть. Ну, еще и сюда вот будут. Ну, это я доведу. Ну, пока только одну точку вижу. Да, только сюда надо доставлять. А, ну тогда вообще нельзя. Сейчас вот эту вот штуку сделаю. Можно, кстати, ускорить, деньги нужны. Сейчас отведемся. Как-нибудь. Так, мне же туда нужно, в тот город. Спрос растет. Это вот надо вот так вот. И вот так вот. Только не так. А, чуть порезче. Так, сейчас мы тут организуем все это дело. Поравняйшин. Ёлочку. Так, вот так. Сразу. Блин, нифига. Вот тут не построится. А, ну тогда мы просто вот так вот сделаем. Да-да-да, я знаю, что вы не можете доехать. Сейчас, подождите. Подождите. Не до вас сейчас. Так, и... Так вот, ладно, пока пускай так. А-ха-ха-ха. Тут нужен мост. Мост либо тоннель. Так, мне надо заранее вот тут вот. Мост. О, все, довольны. Вот так вот. Все можно пускать. Так, дальше. Что дальше у нас? Вот тут вот будет ЖД путь. Так, не так. Чётко вот так вот. Немножко неровно получилось, да? Сейчас это решим вопрос. А у тебя ровно, по-моему. Ну, это не точно. Так, отлично.
Вот так вот оно будет, значит. Подготавливаю пути. Надо уже подготавливать все, чтобы оно идеально работало. Так, депо можно снести. Но уже тут не в теме. Вот эти вот тоже ЖД пути не нужно снести. Все лишнее. Сейчас вот этот поезд будет загружаться вот тут. Тут, кстати, можно еще одну сделать. Так, склад. Так, сюда еще один склад поставлю. Тоже вот с этой фигней. Так, ну тут надо чистить. Чистота, чистота это. 20 миллионов. 20 миллионов отборных солдат Ирака. Такс. Понеслась, только нужно тут повернуть. Ништяк. А это почему опять не плавит? Пень какая-то не работает. А. Во. Зачет. Так, ты вывез все? Нет, еще не вывез. Кстати, а, там же можно новые поезда сделать. Че? Все, машина нашла путь, да? Так, лаборатория. А, нет, сначала мне нужно понять. Че тут можно-то? Мне нужен слиток, то есть лабораторию нужно где-то там поставить. Кстати, да, тут можно сразу и это. О, это я хорошо придумал. Сейчас забодяжу тут и лабораторию. 10 миллионов. Так, поезда, только тут уголь. Блин. А, во. А, ну и уголь можно склад сделать. Ну это ладно, потом. Так, пускай изобретается, да? ПКД. Выжирает все слитки. А, она не, сейчас не слитки выжирает, а это. Доступно на складах. Не, слитки выжирает. Нормально. Так, и пока она выжирает. А, тут все, да? Ну все, жду поезд. И в депо его сейчас. А, ну в принципе, что ждать-то? Вот это все ломаем. Вот это уже все не нужно. Это уже мина. Это дела минувшего прошлого. Все это нам уже не пригодится. Станция тоже пригодится. Так, а путь еще нужен. Путь нужен. Так, а депошка где у меня? А, депошка вот здесь будет, да? Так. Депо. Так, ну и поезд сейчас разгрузится. А, вот он уже едет, да? Все, станция отсутствует, ты в депо едешь. Так, отлично. То, что надо. Итак, я предполагаю, что будет таскать, ну вот по этому пути.
Значит, что нужно сделать? Это по какому пути? По третьему. Ой, блин, так-то не получится. Вот так-то есть только. Выезжать. Хотя можно и сюда, конечно, его состыковать. Ну-ка. Чё тут туннельчик не делается? А, это мост. Во. Туннель. Ну, с туннелями так тоже такое, на самом деле. Надо тут все, по-моему, расчистить. Дорого будет, но оно того будет стоить. Во. Так, я с какого? А, с третьего пути. Так, только вот тебе можно туннель делать. Тут что шло? Тут бруски. Их тоже нужно будет на этом вести. Так, равняем. Так, на первом есть кто-нибудь? Ходит? Не ходит. Вот ты будешь на первый заходить. Заходи, дорогой. Кстати, близко нельзя, кстати, я уже понял. Когда у меня два поезда столкнулись. Если строить близко, вот так вот, пути, то сталкиваются два поезда. И все. И все как бы. Ля-жи-пуа. И они, происходит авария, и они уничтожаются. Так, ну и семафорчики поставлю. Чтобы, если что, не мешали друг другу. Все. Так, что мы делаем? Вот эти вагоны уже не нужны. Избавиться. Да и поезд не нужен. Продать поезд. О, все, продал. Так, когда там новые локомотивы-то изобретутся? Сколько там еще? Ну, немного осталось. Зато будут новые поезда. Какие-то крутые. Ну, это, походу, на электричестве работает. А, не на мазуте, на каком-то. Просто растет доска. Может, тогда пока обыкновенно, да, они уже скоро изобретутся. У меня уже 3 производства. Начать исследование. А я могу еще и одно исследование начать. Так, медный. Не могу. Офигеть, тут слитков не хватает-то. Точнее, это самое руды. Есть предложение, знаете какое? А, не, ну, кстати, сюда нормально идет. Да нет, со склада не будет не хватать. Так, о, отлично, исследование закончилось. Так, поезда. О, Вася. А где топливо только брать? Паровоз. Так, и какой купить-то? 22-26 я закупить крутой. Хотя зачем мне крутой? Мне и такого вполне хватит. Так, ну те вагоны. Что ты будешь таскать у нас? Вот тут вот. Не этот. Вот в этой штуке.
Нет, это тоже доски таскают какие-то. Так, ну он таскал в обыкновенных, в таких вот вагончиках. 15. Подождите, а если в таких? Нету? Нет, нету. Так, значит, вот ты в таком таскаешь, да? Вот таком. 23, не, нифига. По 15 штук маловато будет. Так, это 5. А вот в таком? Нет, тоже не хочет. Ну, получается, только в таком таскать. Короче, нету. По 15. Так, ну, этого мало. Это считайте, как у меня сейчас он сколько таскал? 3 вагончика по 5. Это получается один вагончик. 3 заменяет. Ну давайте, 3 вагона. Пускай будет пока так. Так, значит, загрузка. Значит, загрузка тут. И разгрузка тут. Ой, не, не тут. Тут. Все. Ага, только проблема в том, что выехать-то не может. Немножко не это самое. Не фартануло. Вот я должен выехать. Так, ее надо удалить, чтобы никаких проблем не было. Так, ничего, пошел загружаться. Сразу все выжрал. Нифига себе, он носится. Так. Ну, это еще не все. Теперь мне нужно сюда наладить поставку руды. Вот этот поезд, который ездит. Он тебе должен вверх ездить и за рудой. Дилемма, дилемма. Так, а что тут я это вращал-то? А, потому что это корявое было. Ну тогда мы сейчас переделаем. Так, значит, первое будет сюда ездить. Сейчас как-то так. Так, а тут уже не это самое. О, блин, подстава-то. Тоже нужно покупать. Тогда давайте одну вообще вот так вот впритык. Давай пока сюда. Ты сюда. Так, и вот эта вот штука-то мне не нужна. Зачем это? Зачем они тут семафоры эти? Теперь-то они уже не к месту. А вот тут желательно поставить на всякий случай, мало ли. Что там я удумаю? Так, и тут уголь. Вот этот уголь мне не нужен же никуда. Зачем тут стоит? А, я тут загружаться углем хотел. А, я лошара. А, ну углем тогда не тут будет загружаться, а вот тут вот. Все правильно. Снимаю. Так, ну и теперь дилемма. Я вот тут уголь, вот эти вот пацаны загружали просто жесть как. Если я это снесу, то будет очень печально. Сейчас попробую, ладно. Так, ну вот так вот я организовал. Теперь и поезд будет сходить. Нормально. Спрос падает. Я чего падает? Угля. А, ну да, угля. А, уголь теперь. А, не тебе возят его через Жопосранск. Очень высокий спрос. Они вообще его доставляют сюда. А, и еще надо, знаете, как сделать? Там разворачиваются они. Вот, чтобы прям вот тут вот разворачивались. Вот так вот.
Хоп-хоп. Кому надо, куда надо. Так, ну и уголь сюда еще нужно будет поставить склад. Вот с этой стороны, наверное. Сейчас вот это я снесу. Так, а, поезд, кстати, поехал. Стой, 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 родной. Так, удалить. 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 Загрузка. Опа. Разгрузка. Загрузка. Разгрузка. Вот так вот тебе ты будешь ездить. Не знаю, насколько тебя хватит, но надо будет еще ему, наверное, купить эти. В депо его нужно направить сейчас будет. Коряво как-то строится. Так, вот он поехал. Сейчас погодите. Так, езжай в депо. В депо, в депо. Отлично. А ну, пускай пока. Итак, для начала состав. Продать. Купить. Крутой куплю. Как его перетащить? А, о. Блин, что за фигня? А, заменить надо было. Нажать у лошара. Как поменять теперь его? Блин, их не поменять. Так, сейчас подождите. А, во! Во-во-во. Заменить вот этим. Во. Так вот. Так, и вагонов еще купить. Только не уголь таскать будешь, а руду. 17. А вот этот, а не тот, ту фигню таскать. Ты нужен для всего, поэтому 49 есть такое. Погнал. Так, ну-ка, он поехал, чтобы не было проблем. Опять отключим пока эти. То сейчас будут там какие-нибудь проблемы. Во! Ну-ка. А, прикиньте, не хватило. Не хватило, он все высосал, что было, и то не хватило. Так, тут тогда меняем. Он будет забиваться, не? Не, нифига. Так, склады. Надо ставить склады. Это вот прям по-любому. Так, а тут, кстати, подождите, только склады ставить. Мне вот интересно, вот тут вот коннектор этот будет. А, да, цепляется нормально. Тогда все правильно, склады ставлю. Он даже полностью не забивается, прикиньте. Но настолько он мощный. Склад. Так, тут сейчас поставлю коннектор.
Так, тут, естественно, нужно теперь все это зачистить. А, подожди, стоп. А, тут этот углем забивался, да? Блин, вот это вот подстава. Так. Он тут уголь брал. А уголь теперь у нас где будет? Вот здесь где-то. Так, это на какую заезжал у нас? На вторую, да? Окей, так. Ну, пока у нас с углем проблем-то нету. Но они могут начаться. Так, вторая не занята? Нет. Вот сюда ты будешь за углем поезжать. Так, естественно, нужно кое-что сделать. Это удалить пока. Так, и... Что мне это самое... того на этого. Так. Еще деньги пока есть. Коннектор. Ой, блин, что не поставился. Так, отлично. Сохранение. Теперь уголь с этой стороны. Склады. Так. Тут же я смогу прокинуть. Только не это, а вот это вот. Да, вполне. Ну и теперь коннектор. Подключаем. Потом можно будет как-нибудь покосивший сделать. Пока главное, чтобы она работала. И оно будет работать. Просто обязано. Так, а, подожди. Так этот же уехал. Поискал, он уехал же. Он же тут тусуется. Блин, его в этом тебе не поймать. Так, загрузка. Угу. Любой путь. А, гляньте, тут можно еще. Как, на какой путь поезжать будет? О, вот это хорошо. Так, только сейчас. Изменить пункт назначения. Так, оказывается, тут есть. Так, не любой путь, а вот этот путь. Изменить. Седьмой путь. О, блин, нифига, оказывается, тут есть такое. На какой путь будет поезжать? Тогда вообще идеально. Так, ну что? Работает. Все работает как надо. Денежки идут. Сколько? 63 миллиона. На этом, наверное, я, пожалуй, друзья, и закончу. Теперь чуть попозже я это самое модернизирую это все. Естественно. Вот. Увеличу добычу. Увеличу склады. И так далее и тому подобное. Так, только проблема в том, что он на седьмой путь должен был поехать, а он поехал на этот путь. А вот этот путь, походу...
Так, вот это надо все удалить вообще полностью этого. У этого, у этого, у этого. Все удалю. Так, вот поехал-то назад. Загружаться, поехал. О, ну ладно, на этом все, друзья. Всем удачи, всем пока.